Вот я всегда хотел бы научиться очень классно петь или очень классно и круто рисовать. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, у меня пока это не получается. А что классно и круто делают Улан-Удэнцы, сейчас мы у них это узнаем. Ну что, пойдем? Вопросик такой можно задать вам? Да. Скажите, пожалуйста, чем вы лучше всего занимаетесь? Рисованием. Вы профессионально красиво рисуете? Не профессионально пока, но рисую. На гитаре играю хорошо. А еще что? На компьютере хорошо играю. Ну, я бы хотела изучить буддийскую астрологию. Здравствуйте. Телекомпания ТВ. Как ваши дела? Прекрасно. Прекрасно? Я, знаете, я прям почувствовал, что у вас прекрасное дело, потому что у вас очень вкусный парфюм. Это вам так кажется, это, наверное, не от меня. Скажите, пожалуйста, а что вы делаете лучше всего? Работаю. Ну так неинтересно. Здравствуйте, телекомпания ТВ. Как вы, делишки ваши? Я видел, вы от меня убегали. Нет, я в аптеку. Нет, вы на меня посмотрели и побежали. Вышиваю иногда. Вышиваете? Мне показалось, вышибаю. Я такой, ну кого вы вышибаете? Ничего себе. Ну, какая была бы у вас суперспособность? Ну, наверное, летать. Летать? Пусть зачем? Будет летать, чтобы спокойно можно было перемещаться везде. Что вы делаете лучше всего? Готовлю. Вы прям вкусненько готовите? Да. Здравствуйте, телекомпания ТВ. Как ваши делишки? Хорошо. А почему такая радостная, какая-то довольная? Мне зубы поставили. О, ничего себе, дайте пятерку. Это же... И как это чувствовало? Классно с зубами, с новыми? Ой, очень хорошо. Что я делал лучше всего? Не знаю, живу, дышу. Даже не думайте, я вас все равно догоню, поймаю и спрошу. Ну-ка, вернитесь назад. Скажите, пожалуйста, а что вы делаете лучше всего? Сплю. Прекрасный навык. Назад, я сказал. Ну-ка, идите сюда быстренько. Чего бы вы хотели научиться? Водить машину. А почему не идете учиться водить машину? Ну, пока времени нет. Мне кажется, или это не собака, это какой-то волк. Вы посмотрите на его мех, из него же шубу целую сшить можно. Ну-ка, иди сюда. Ой, там их уже двое, он позвал своего братана, они сейчас на меня нападут. Уходим отсюда. А есть то, чему бы хотели научиться? Ой. Шить, наверное, а то у меня муж страдает по этому поводу. Чего это вы тут золото обсуждаете, интересненько так? А почему вы не пойдете и не обучитесь шитью? Курс короткий, шитья же существует. Он мне хочет подарить на 8 марта, я уже... Как зовут мужа? Дмитрий. А, фамилия, если не секрет. Коркин. Ну все, хорошего дня вас. Поздравляю еще раз с новыми зубами. Пожалуйста. Так, уважаемый Дмитрий Коркин. Подарите, пожалуйста, своей жене сертификат на курс кройки и шитья. Он стоит всего 3000 рублей. Понятно? Все. Не подарят, мне напишите. Я ему тоже напишу. Все, хорошего дня. Дмитрий Коркин, сертификат подарите, пожалуйста. Спасибо. Какие-то улан-удэнцы застенчивые попадались мне. Но ничего, мне все равно удалось узнать у них, что они делают лучше всего. И что бы они хотели научиться делать. Ну что, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех чмоки!